Мартин Шоу. Російський турист в Туреччині одягнув футболку з фотографією Путіна і отримав одразу вдві пики. Російські туристи в Туреччині зрозуміли, що відпочинок буде важким, коли на вході в готель їх зустріла ростова лялька пса-патрона. І більш за все росіяни люблять відпочивати в турецьких готелях. Ні, точніше, любили, поки в цих готелях не з'явилися українські аніматори. І зараз для росіян в турецьких готелях все включено. І зневага, і прокльони, і звіздюліни. Дивимось під ваші оплески. Шановні гості нашого готелю! За 10 хвилин відправляється комфортабельна яхта на морську прогулянку. Рекомендуємо відмовитись від дайвінгу через сезонну активність акул. Граждане отдыхающие, через 10 минут отправляется яхта на морскую прогулку. Очень рекомендуем попробовать дайвинг. Шановний, ау, ця водяна гірка, вона зачинена, розумієте? Там в басейні води немає, порожньо. Чо ти лапочеш? Я так-то русский, со мной по-русски надо говорить. Поняла. Говорю, вот эту горку открыли специально для вас. На самую высокую лезьте. И спускайтесь на животе головой вниз. Разбег. За это сегодня будет вам приз. Какой? Коктейль «Кровавая Мэри». Нормально. Вот можно на нормальном языке говорить уже. А то лопочешь что-то. Ты что, полька? То я так, полька я. Чего? Пердоль на гирку, бобра курва. А, да. Да, пожалуйста. Ох, зараз будет весело. Россия, вперед! Чотири жабки по бетону. А ви казали, що ніхто вчорашній рекорд не переб'є. А воно як? А що ви такі похмурі? Тама. Що, знову українські жінки б'ють москалів? Ні, Тама директора. Директора б'ють? А за що? Він же турок. Нет, это директор злой, как шайтан. Уволить тебя. Мене? Да. А за что мене звільняти? Я ж найкращий аніматор готелю. От хто, як не я, вміє сказати. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Путін! Hello! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Молодці! Ви у мене скоро будете ще гімн України співати з третім куплетом. А, вот ты где! Я тебе по всему отелю ищу! Что тут у вас происходит? А что у нас? Щоденні активности, згідно плану. Почему русские туристы упали в бассейн без воды, а? Ну, через незнання української мови. А ты почему его не остановил? Кого? Руських зупинити? Я? Та їх ООН і НАТО не можуть зупинити. А тут така тендітна українська жіночка-аніматор. Ти розумієш, що після такої аніматор руський туриста нужен реаніматор? Ой, прямо медовуха. А, медовуха. Медовуха.
А слушай, у нас еще никогда не было столько несчастных случаев. Понимаешь, за 2 дня 20 несчастных случаев. Из них 10 с улетальной домой сходом был. Це у вас ще немає даних за сьогоднішній день. А я вже в генштаб відправила. Яка генштаб? Ну, не ваш же. Послушай, ти розумієш, як нам сложно заманити русский туриста к нам в отелі. А оце ви молодці. Дуже рада. Я не знаю, як ви це зробили, але пастка спрацювала. Я вам потім випишу отаку почесну грамоту. Не треба мені ніякої грамоти. Я тебе увольняю, ти уволен, все. Та за що? Та що я такого зробила? І чому ви взагалі думаєте, що це все через мене? А хто вчора конкурси проводив, хто далі пригніт з криші? Рахат или Лукум? Ні, ну це вже я. А хто їх толкала? А це вже хлопці! Між ними були змагання, хто більше москалів з даху скине. 7-5, я побідів. Ти не побідив, ти дебіл. А вчора що на пляжі произошло? Що, нормальна робота з туристами. Росіяни самі попросили закопати їх по шию в пісок. А чому ти їх вниз головою вверх ногами закопав, а? Труднощі перекладу. Рахат і Лукум ще погано знають українську мову. Так, не поняти задання. Не вмію їх хорошо закопати, глибоко. Качественно. Ой. Так, я не понял. Опять что ли? Это еще кто? А це у нас переможець конкурсу, хто довше пролежить під сонцем на пляжі. Он что, идиот? На сонце плюс 50. Зачем он согласился? Тому що приз – пляшка водки. Зачем ему водка? У нас же all inclusive. Ви погано знаєте росіян. Послушай, у нас каждый день приезжает скоро. Вчера 10 машин сразу приехало. Так вчора ж було мегапаті. Ну, ви ж самі хотіли пінну вечірку. Да, я заказував мильне пена, но ее не было. Складнощі перекладу. Я сказала хлопцям привезти піну. Вони привезли, але монтажно. Ошибка произошла. Это вы у меня тут две ошибки. Ні-ні-ні, вы на них не кричите. Росіяни самі були, знаєте, в шоці, прямо так в захваті. Вони прямо в захваті отак і застигли. Кошмар, що за ужас тут вчора творився? А що, олімпіада була? Какая олімпіада? 10 скорих приїжджало. Олімпіада для руських. Ну, вони хотіли в Париж, а їх не пустили. Але ми зробили їм тут. І що там було? А що, все те ж саме, що і на звичайній олімпіаді, тільки для руських. Кидання спису. В руських. Кидання молоту. В руських. Стрільба. В руських. Ти що, стріляти руських? Ні, ви що? Там був спеціальний гість. Турецький жандарм з олімпіади в Парижі. Він у нас, до речі, золото взяв. Ага. А завтра? Завтра паралімпіада. Так. Паралімпіада? Для кого? Для виживших руських. Послухай. Послушай, ты понимаешь, что из-за твоих этих конкурсов, шмонкурс, наш отель терпит убытки? Ні-ні, навпаки. Я відосики з нашими активностями виклала в телеграм-каналі. Всі питають, а де цей готель знаходиться? Тож у вас скоро тут буде черга з українців, які хочуть на це подивитися. А там і поляки, і литовці, і інші нормальні люди підтягнуться. Это, конечно, хорошо, но я все равно переживаю. Покажи мне расписание на сегодня, какие у тебя там расписания. Будь ласочка, все готово. 9:00 – формування команд учасників розважальних конкурсів. Хорошо. 10:00 – прощання з переможцями, надання першої допомоги призерам. Дальше. Обід 11:00. Какой 11:00? Ти що, у нас в отелі 12:00 обід.
в готелі в 12:00, а от у акул об 11:00. Акули очень любят русских. Послушай, никаких акул, от меня это акула. Слушай, ты можешь проводить какой-то конкурс, который более безопасный, например, там, не знаю, караоке? О, караоке уже неможливо. У нас закончились микрофоны. Как закончились? А где они? Ну, у русских глубоко. Очень глубоко, уже не достать. Ні, ну, вони самі винуваті. Вони вчора співали оцей «Газманова, Любе, Рахати Лукум», побачили, що я плачу, ну і... Понятно. Ей, двоє, быстро вернули мікрофони. Даже если вернуть мікрофони, то петь в них уже ніхто не буде. Там русским духом пахне. И что, ты вот это вот и сделали из-за песни Газманова? Ні, вони ще кричали в мікрофон «Кемер наш». Так, слушай, все, сегодня никакой вечерней программы не будет, все. Ну, добре, ми будемо розважатися на барі. О, на барі! Никакая бара, я бара тоже сегодня закрываю, не будет бара сегодня. Ну, чому? Потому что вчера 20 человек с ожогами больницы отвезли. Что ты с ними делала на баре вчера? Да я просто подменяла бармена. Та все було нормально. Росіяни просто замовили самбуку. Я розлила, підпалила, а потім просто привіталася. Як ти привіталася? Слава Україні! Героям слава! Отак один на одного наплювали, таке фаєр-шоу почалося. Але я одразу почала їх тушити піною. Молодець! І за огнетушителя? Монтажною. Это катастрофа! Это... Хорошо, красиво парашюта полетел. А кто его отвязал от катера? Почему, куда он полетел? В Иран. До своих иранских братьев. Иран и Россия тепер браты навеки. Так, прекратить это все. Ты понимаешь, что из этих твоих конкурсов к нам сегодня должны приехать из посольства России. Ты понимаешь, какой скандал будет? Кстати, где они? Зачекайте, ви про отих чоловіків, що у піджаках і в кроватках? Так. Да. Ой, у них щойно була фотосесія з удавом. Ні, фотосесія всім сподобалась, особливо удаву. Такої вечері в нього ще не було. Що? Удави сожрать русський консул? Ну чому одразу сожрать? Обіймать отак. Он хоча б жив? Хто? Удав, звичайно, жив. Та який удав? А, консул, він отам на парашуті. Он тепер герань. Пожалуйста, я тебе очень прошу, последний раз, давай договоримся. Ты не трогаешь больше русских и никаких с ним конкурс не проводишь, хорошо? Ага. Ви ще запропонуйте тут камерський мирний саміт влаштувати, ага, сейчас. Ах, так, ты меня не слушаешь, все, я тебе увольняю, ты уволена, все, уходи давай. Що? Та й раді Бога, я ще в три готелі влаштувалася, ага, і скоро по плану обійду Генштаб. Це що? Що за безпреділ? Що у вас за бардак? Прости, дорогой, недоразумение получилось. А мене чуть не угробило. Я все понимаю, за нее не переживай, я еще уволил ее, нет, все, здесь не будет уже, да? О, вот так вот и надо. Чтоб порядок у вас был. А то Путин на Украине закончит и придет к вам сюда. Порядок наведет. Понял, Чурка? Я все понял. Иди на бар водку пей. На бар. Водка. Россия. На бар. А потом на горку! Можем повторить! Слушай, Виктор Сергеевич, прости, дорогой, а? Я передумал. Слушай, ты не уволена, держи. Я тебе зарплату подниму, только ты, пожалуйста, все свои программы, твои конкурсы, вот этот русский шайтан проведи хорошо, да? Чтоб все русские участвовали в этот конкурс. Пошли в жопу со своим Путин, понятно?
Ну що, таких атракціонів в Турції ще не було. Рахат, Лукум, несіть удава. Вперед, хлопці, будемо працювати. Батько наш бандера, Україна мати. Давай. Ну что? Еще раз все проверим. Да. С чего ты начинаешь? Я говорю, уважаемый наш грузин, да. Братья грузины, да. Братья грузины, да, братья. Земной вам русский поклон. Да. Мы к вам не с пустыми руками. Вот вам бутылочка вина. Ага. Крымская? Российской акцизной маркой? Ты что, идиот? Ты хочешь, чтобы прямо здесь нас развернули и в Россию? Так что абхазские мандарины тоже выкидывать. И приднестровские спички тоже. Какие спички? У меня нету никаких приднестровских спичек. Откуда? Откуда я знаю? Может, ты все вот это вот собрал, чтобы тебя прямо здесь на границе грохнули? Не каркай. О, ты букву Z с машины содрал? Конечно. Из дверей, из колпачков я даже эмблему от машины отодрал. В смысле? Ну, у нас же Опель. Молодец. На всякий случай. Значит так, давай еще раз повторим. Давай. Крым. Наш. Ты идиот? Ой. Извини, привычка. Еще раз, давай еще раз. Крым. И их. Чей их? Конкретнее. Ну, их. Ну какой страны? Грузинский. Ты что, больной на голову? Крым украинский, повтори. Крым... Чего, чепняки, громче. Крым украинский. Крым украинский. Крым украинский. Крым украинский. Я депутат крымского парламента. Если кто-то это увидит... Зато тебя увидят живым. Слушай, а если про Путина спросят? А? Скажешь, знать не знаю. Видеть не видел. Не видел. Отношусь отрицательно. И вообще, никакого Путина нет. Нет. Это все двойники. А, точно. А если попросят песенку спеть? Да вряд ли грузины попросят спеть такого, как Путин, чтобы не пил так. Не эту песенку. А какую? А украинскую. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну споешь. Или что, ты хочешь в армию и погибнуть там, в Украине? Если я это спою здесь, и кто-то это увидит, я погибну прямо тут. Тая-тая-тая, вот атая, Путингей, Путингей. Ой, гамарджоба, гамарджоба! Гамарджоба, Бургер Георгиевич, рад вас видеть, дорогой, рад вас видеть. Очень рад вас видеть, вообще очень рад. Дорогой, рад тебя видеть. Скажи мне только одно, пожалуйста. Что? Почему ты так не уважаешь этих прекрасных людей. Бургер Георгиевич, почему я не уважаю этих прекрасных людей? Даже отсюда достал, да? Дорогой, ну ты же опаздываешь на работу, а люди пришли и хотят пройти побыстрее границу. Ну, Бургер Георгиевич, благодаря вот этим прекрасным людям я в пробку попал. Думал, 15 минут, оказалось всего 6 часов. Дорогой, слушай, зачем ты делаешь идиотов из этих прекрасных людей? Мы же здесь все понимаем, что пробка стоит со стороны России в Грузию. Но ты же на работу ехал из Грузии в Грузию. Я ехал из Грузии в Грузию, но благодаря вот этим прекрасным людям, они когда приехали к нам и увидели, как мы к ним относимся, они решили сразу возвращаться назад и образовали пробку. Теперь я понимаю. А почему ты не спрашиваешь, что у меня с настроением? У Гурген Георгиевич, что у вас с настроением? Я сразу зашел и увидел, как напряжены вы бровки домиком, причем крыша вниз, вижу проблемы, да? Спасибо, что поинтересовался. Целую твои мысли. Понимаешь, обидно. Обидно, слушай, хотел помочь человеку, а он вот такой же прекрасный человек.
подошел, вот так вот делал, попросил ключик от туалета. Я дал, захожу после него, ни ключика, ни унитаза нету. Обидно. Да вы что? Я думал, раньше у них только их армия так делает. Оказывается, они похожи на этих прекрасные люди, что ли, а? Я предлагаю к ним обращаться не Гамар Джоба, а просто Джоба. 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 Мне нравится. Привет, Джоба. Я? Ты. Я не Джоба, я Женя. Ты Женя. Не Женя, ты Джоба. Женя, тебе Джоба. Тося, а это не тот Женя, который хотел дать 5000 долларов, чтобы очень быстро попасть в солнечный Грузия, нет? Точно? Да? Нет, это не я. А, тогда извините, пожалуйста, мы обознались. До свидания. До свидания. Стойте! Стойте! Ты что, не понял? Это же намек! Я понял, что это намек, но это все наши деньги. Вот! Есть! Это вся наличка. Вот 5000. А кто сказал 5? Я не говорил 5. Я сказал, у меня что, 5 пальцев на руке? У меня 6. Я говорил 6 нужно тысяч. Гурген Георгиевич, у вас что, 6 пальцев на руках? А, извини, 10. 10 я сказал, да. То это правда, все наши деньги больше нету. Тогда извините, до свидания. До свидания. Постойте! Есть еще. Как? Ах ты. Согласна. Вот 10 тысяч. Ты уверен, что хочешь дать взятку должностному лицу при исполнении служебных обязанностей? Это серьезная статья у нас тут в Грузии. Не уверен. Так что, оформляем добровольный взнос? Да, добровольный взнос. Молодец, слушай. Еще один добровольный взнос нашим друзьям из ССУ. Молодец. Ну что, поздравляем вас! Поздравляем вас! Как все. Говорится, добро пожаловать в Россию! Как в Россию? Почему в Россию? Мы не хотим в Россию! Не хотим. Слушай, это звучит прямо как тост. Нет, это звучит как символ новой России. Мы, россияне, не хотим в Россию. Красиво звучит. Нам надо в Грузию, понимаете? Очень. Нам не нужно в Россию, нам в Грузию надо. Надо, да. Очень. Зачем вы едете в Грузию? Отдыхать мы едем, отдыхать. Мы давно не отдыхали. А как давно вы не отдыхали в Грузии? Последний раз были в августе 2008-го. В августе 2008-го? Мы летели на самолете, и у нас пересадка была в Батуми. Прям в воздухе! Пересадка. Пересадка. Предположим. А скажите мне, пожалуйста, почему вы едете отдыхать в загнивающую, западно настроенную, кандидатско-натовскую Грузию, вместо того, чтобы ехать в солнечную, расцветающую, дружественно настроенную Абхазию? Ну, потому что Абхазия — это Россия, она надо в Грузию. Молодец! Заработал сейчас себе бесплатный билет обратно в Россию. До свидания! Что Абхазия, она оккупирована агрессором. Она у тебя молодец. Умная, несмотря на то, что женщина. А мы вообще, мы, значит, гастротуристы. Гастротуристы. Да, мы очень любим кушать. Мы любим эти ваши хинкали, кизмараули. А вы что, не рады русским туристам? Ну, вообще, сейчас русским туристам рады только в одном месте. В Казахстане? В Эритрее. Знаешь, где это Эритрея? Нет. Ты что, не знаешь, где Эритрея? Нет. Да мы тоже не знаем. Не вообще знаем. Неизвестно, есть такая страна, нет, может, это мультик. Мультик, скорее всего, да. Так что говоришь, нужно тебе в Грузию, да, мама? Да, да. Тогда что, давать документы? А? Документы. Да, конечно. Вот паспорта. Не-не-не, я руками их трогать не буду. Мне еще этими руками хинкали кушать. Вот тут положил на край стола. Вдруг они заразные. А чего это они заразные? У каждого, у кого такой паспорт, заразный.
Сначала рассказывают про какую-то дружбу народа, а потом нападают с оружием, как баран на новые ворота. Это все американцы со своими... Зачем ты его сдерживаешь, как будто он к любовнице собрался? Пускай скажет, что он думает про Америку, а ты сними на телефон. Ну, конечно, давайте я сделаю. Я имел в виду, что американцы молодцы со своими демократическими законами. А мы, россияне, живем в этом... В чем? В тоталитаризме! Молодец! Родился где? В Караганде. Ты шутки мне шутить будешь? Он правда там родился, правда? Вот, вот, смотрите, вот прописка. Ну, где родился, там и пригодился, да? А, я знаю эту поговорку. Это не поговорка. Это у нас слова, написанные на отказном штампе. Сейчас прочитаешь. Не надо, пожалуйста. Ну, пожалуйста, вы же грузины, вы же... Гостеприимная нация. Да, мы гостеприимная нация, но и память у нас хорошая. Да. Что, так тебе нужно в Грузию попасть, очень, да? Очень, очень надо в Грузию. Танцуй, лезгинку! Кавкай! Сидеть! Дай лапу! Не мне, ей! Лизать! Лапу! Плохая собака! Плохая собака! Плохая собака! Фу! Кто? Что это? Что это было? Ну, понимаете, дело в том, что у Гургена Георгиевича совсем недавно любимая собака умерла 18 лет назад. И вот это фантомные боли. Все прошло. Так что вы говорите, вы гастротуристы? Да, гастротуристы мы. Сейчас проверим, какие вы гастротуристы. Скажи-ка мне, что такое аджахури? Аджахури – это жареное мясо с картофелем. Молодец, подготовился. А что такое чакапули? Молодое мясо, тушеное с зеленью и специями. А что такое отсоснули? Я не знаю, это тоже что-то грузинское? Нет, это русская. Это ваши солдаты у ЗСУ отсоснули! Ай, хорошо! Ай, ладно. Пойдем, я тебе пальчик вот так делать буду. Гурген Георгиевич, один мало, надо все. Хорошо, пойдем тебе сделаем все пальчики вот так вот. Зачем все? Для личного досмотра достаточно один. Я вижу, ты уже был в московском ОМОНе, да? Ну, мы не московский, ОМОН. Я тебе отпечатки пальцев снимать буду. Отпечатки! А я подумал. Пойдем со мной. А зачем куда-то идти? Может, здесь где-то... Можно снять здесь? Да, можно, конечно. Давай руку, я сейчас отрежу ее, а потом принесу. Не надо. Тогда не задавай вопросы, пойдем за мной. А мне тоже надо? Надо. Да не дрожи ты так, как баран перед шашлыком. Пройдем быстрее, чем хинкали варятся. Главное, помни, что ты мой жених. Деньги давай. Вот как договаривались. Гамарджоба! О, Гамарджоба, Манана, рад себя видеть! А что это с тобой за чередок от лопаты? Это кто такой вообще? А? Это жених. Жених? Гурген Георгиевич, Гурген Георгиевич! Манана слышу? Пришел, жених привел! Что я слышу, Манана? Что ты здесь делаешь? Вот домой замуж иду. Жених мой, Ваня. Что значит замуж? Я не понимаю. Как это вообще такое может быть? Моя младшенькая сестричка выходит замуж, а я, ее старший брат, ни одной буквы об этом не знаю? Гурик, я уже большой девушка, сам все решать могу. Какой ты большой? Тебе 13 лет! Как 13? Что ты так смотришь? Она родила 17 килограмм! Где твои глаза были? Я не знал, мы только познакомились. Что значит?
Ты что, вот так с первым встречным замуж пошел? Это любовь! Какая любовь? Что ты ей подсыпал? Говори! Я ничего ей не подсыпал. Я просто как бы, ну, там, дал немного денег и все. Что? Ты купить ее решил? Мою сестру купить? Ты ее род, ты мой род, ты весь наш род опозорил. Я буду сейчас тебя резать на маленькие кусочки, потом жарить, потом обратно соберу, потом опять порежу и пожарю. Ваня, беги, а то он тебя порежет, ты совсем мертвый. Я тебя порежу! Ваня, любовь моя! А ты? Сколько денег он тебе дал? Да не ори ты так. Он уже ушел. Да, я вижу, я просто хотел драматургически доиграть. Так что, Мананочка, сколько он тебе дал? 3000. Ай, молодец, еще взнос для ЗСУ, а? Отлично! Мананочка, давай сегодня еще поженись пару раз, да? И сможем купить сегодня вечером Байрактар. Я люблю жениться. Иди работай. Хорошо. Так, где ты, гастроэнтерологи? Я прошу прощения, гастротуристы. Да-да, гастрофашисты, да, я помню. На чем мы остановились? А, вы хотели пройти? Да. Сейчас не получится, у нас обед. Да, о, обед. Да. О, шашлык из баранины. О. Будешь кушать? Нет, спасибо, нам бы скорее пройти. Что, не кушаешь себе подобных, да? А слушай, скажи, а хачапури любишь? Ну да. Как переводится, знаешь? Хачапури — это... булочка с яйцом и сыром. Это голова твоя, булочка, в которой яйцо и сыр. Я не спросил, что это значит, я спросил, как переводится. Как переводится? Как переводится? Может быть, хачапури — это от слова «хач»? Я тебе сейчас хач, и твоя голова покатится, будешь как колобок, понял? Она за тобой будет бежать, говорит, ты от бабушки ушел, от дедушки? Тупуч! Тихо, шампур могу сделать. Не реагируй на провокацию. Скажи, знаешь, что такое хванчкара? Да, это вино. Пить будешь? Да. Нет. Да. Так, да или нет? Какой правильный ответ? Правильный ответ – тост. Высоко-высоко в горах. Я не понимаю, я что, в тишине буду говорить? А, виноват. Высоко-высоко в горах. Заткнись, комарик. Высоко-высоко в горах жил один маленький, но гордый народ. А еще немножко выше и левее, если так по карте смотреть, жил еще один гордый народ. А между ними жил злой, плохой, агрессивный народ. Так выпьем же за то, чтобы эта прослойка исчезла, и два гордых народа смогли выпить за свою победу. Хорошо. Простите, пожалуйста, а мы? Ты а что, мы? Его не слышал? Вы прослойка! Исчезни давай! Подожди, убеган. Ты кого-то мне напоминаешь. Слушай, а ну дай мне свой фломастер где-то у тебя был. Да, пожалуйста. А ну-ка, слушай. А ну... Опа. О, не-не-не, успокойся, он не стирается. Ну точно, посмотри. Ну что? Это же Стрелков. Не, Георгий Георгиевич, правильно говорить. Ну, не Стрелков, а Стрелков Гиркин. Нет, правильно говорить 100 тысяч долларов. Нет, уже правильно говорить 150 тысяч долларов. Уже 150. Уже 150 тысяч для ЗСУ. Знаете, вот если вы поделитесь со мной хотя бы 10 тысяч, то я как жена могу подтвердить, что это действительно Гиркин. Молодец! Молодец! Нина, ну какой я Гиркин? Вот, я Зябликов.
Зябликов? Ой. Есть твой паспорт, Зябликов? Как есть? Хочешь пройти? Ешь твой паспорт, давай. Может, Кемали? Молодец. О, класс. Ну, можно проходить? Ну, как бы. А ты зачем ее паспорт? Чего? Ну, теперь давай свой ешь. Ой, ну, так пускай она мой ест. Не-не-не, это личный документ. Может, Сацибели? Молодец, да, молодец. Хороший аппетит. А баран уже не кушает. Все, можно проходить. Конечно, можно проходить. Давайте ваши паспорта. Какие паспорта? Ну, вы же люди, у людей должны быть паспорта, да? Паспорт, паспорт. Так я их съел. Ты съел паспорт? Ты что, дебил? А, стой, если ты дебил, у тебя должна быть справка. Давай справку. Я понял, ты справку в паспорт вложил и съел, да? Ты двойной дебил. Что, Нина, Нина, что делать, что делать? Подожди, я сейчас попробую. Давай. Молодой человек, а можно вас... На секундочку, в уголок волочь. Ах ты, муха-цикатуха, ну давай, попробуй. Куда ты пошел, маленький комарик? А мы не договорились. Договорились. Я договорилась. Молодец, молодец, но Нина. Но только за себя. А ты сам договаривайся. Молодой человек. А можно вас в уголок уволочь? А зачем в уголок? Я и тут тебя порежу. Ты что думаешь, я кто такой? Я не понял. Поразили, не спорази, я просто запутался, я не знал. Запутался. Да ладно, смотри, есть для тебя тоже вариант. Просто скажи «Путин клипон» и все. А как это переводится? Ну, это как будто «Путин точка», все. Ну, вообще никак не берется, как Дон, Дон, ну, да, вот, клипон. Нет, я все-таки уточню. Сири, как переводится Путин клипон? Путин хуй. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я не могу этого сказать. Да ты что, интересная ситуация получается. Твой телефон попадает в Грузию, а ты нет. Ну как, ну я не могу. Ты же депутат? Да. Вот, ты должен выйти к своим избирателям и сказать: люди, Путин клипон, понимаешь? Если это я скажу, меня убьют. А пока ты молчишь, погибают украинцы, как когда-то погибали грузины. И бог знает, сколько людей еще погибнет, пока молчишь. Ты такие, как ты, понял? Я это даже скажу. Вы не понимаете, это Россия. Их уже не остановить, они пойдут до конца. Вот когда они до конца дойдут, пускай станут на колени и откроют рот. Вы нас не пустите, да? Значит так. Вот она смешная проходит, а ты нет. Нина никогда меня не бросит. Мы, русские, своих не бросаем. У меня бабушка еврейка. Путин клипон. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Молодец какая. Путин клипон. Ла-ла-ла-ла. Нина! Не надо орать. Вот видишь, какие вы русские. И своих бросаете, и другим жить не даете. Так что давай, чемодан, вокзал, Россия! Нащадки козацького роду сторіччями виборюють майбутнє української нації.
Щоденна віра і допомога стилу надають підтримку, сили та впевненість захисникам. Мета українського козацтва – вільне життя та захист земель від ворогів. Крізь покоління і до сьогодні наші цінності залишаються незмінними. День українського козацтва відзначимо разом із концертами «Дизель-шоу». 11, 12, 13 жовтня в Києві. Ми відзначаємо щороку, а зараз із гордістю продовжуємо підносити настрій українців. Нашу допомогу одразу відчують на фронті завдяки «Дизель-фонду». «Дизель-шоу» – традиційно, ідентично, патріотично та з вірою в перемогу. Ой, отлично, отлично вообще на шопинг сходили. Ага. Я столько шматья накупила, и главное, все брендовое. Ага. У нас, наверное, такого уже никогда не будет. Ой, жаль, что это все подделки. Да. Ненормально вообще, с русским паспортом в брендовые магазины не пускают. Угу. Ага. Эти турки вообще борзели. Вообще. Надо вообще взять их и истребить за эту русофобию. Угу, согласна. Хоть это был итальянский магазин, я бы все равно наказала турков. За то, что у них здесь все так дорого. Угу. Слушай, а че вообще в Сочи не поехали? Ты что, странная? Мы что, миллионеры? Чтобы в Сочи отдыхать? В Сочи. Тем более там сервис российский. А я хочу отдыхать нормально, а не драться с топчан. А вы что, в Крым не поехали? Ты что? Что? Как можно отдыхать там, где отдыхать нельзя? Странно. Одной женщине так понравилось. Она даже видео сняла о том, как в Крыму хорошо. Прям уезжать не хочется. Так душевно все. По-домашнему. Ага. Знаешь, хорошо там, где нас нет. Вот, и украинцы так говорят. Хорошо там, где нас русских нет. Ой. Слушай, а где вообще наши мужики? О, наверное, в баре сидят. Мой Вадон все время только в баре весь отдых проводит. Угу, мой вечно как напьется, начинает орать. Тагил! Тагил! Он же даже понятия не имеет, где находится этот Тагил. А где он находится? А я почем знаю? Наверное, в Тагильской области. Точно. Мы вообще думаем, что Тагил — это здрасте по-турецки. Вадон, давай, давай сюда, Вадон. Вадон, закрывайте все, все закрывайте. Вообще, капец. Вадон, сядь, сядь, Вадон. Лови той стороной, Вадон. Димася! Что? Что случилось-то? Спецоперация началась. Какая? В Турции? Россия против турков? Не, украинцы против русских, но на территории Турции. Подождите, подождите, а вы что, бухие? Да, но это здесь ни при чем вообще. Так а нахрена вы им сдались-то? А? Слышь, мы не сдались, мы русские не союза! Тихо, Вадон, из-за этой фразы нас и начали бить, ладно? Так, Димась, ты можешь объяснить нормально, что происходит-то? Война, понимаешь, это капец, Наташа. Ты же говорил, что это спецоперация. Ну, украинцы ее называют спецоперацией по дерусификации отеля. Короче, нам капец, чтобы вы понимали. Подождите, в отеле очень много русских. Вы что, не могли попросить помощи? Не, ну мы, конечно, попросили помощи, но оказалось, что украинцы тоже по-русски говорят. И поэтому, когда мы помощи попросили, нам ввалили два раза больше. Ой. Ой. Оказалось, что они из Харькова. Фука, фука, фука. Тихо.
Тихо, это они. Че, украинцы? Ну, конечно, это украинцы, блин. Если бы это наши были, они бы дверь с ноги открыли, правильно мы? Кажется, ушли. Да. А знаете, почему они ушли? Почему? Потому что они нас, русских, боятся! Мы нормально, тихо сидели, никого не трогали в кафе и пели песню «Офицеры». Три раза мы пели, правильно, Вадон? В обед? Что в обед? В 6 утра, когда вы на шопинг поехали. Ну понятно, и что? Ну что, а им не понравилось, начали что-то возмущаться, блин. Так подожди, как они поняли вообще, что вы россияне, мало ли там? Ты нормально, но мы же в плавках. Россия! Россия! Понятно! И они пришли вас бить! Не-не, это мы пошли им объяснить, что они не правы. Но они дошли. На ресепшене встретили украинцев, которые заселялись. Так. Ну и там, конечно, зацепились мы. Ну зачем? Вы не могли помолчать? Так мы молчали, они идут к нам такие. Я говорю, Вадон, молчи их больше. Я они молчал. Такие, слава Украине! А Вадон такой, Динамо Киев, на! А дальше чё? Ну а дальше чё? Дальше там пришли другие, правильно, Вадо? Подожди, да. Вы что, не могли позвать на помощь? Да мы позвали! И чё? Пришла помощь! И тоже на! Это тоже были украинцы? Не, это были уже поляки. И урки. Да, и турки. Они сказали, будете с утра себя так вести, вообще вас выселим нахрен. А, так и сказали? Не, они сказали по-русски, но это очень обидно звучало. Но направление мы поняли. Вот, и оно как раз совпало. А на этом все закончилось? Ну, практически. Мы пришли, естественно, с Вадоном на пляж. Ну, мы нормальные люди, правильно? И взяли в аренду катамаран. А Вадон говорит, давай напишем на нем «Москва». Ни хрена мы! Ну что, Москва это Ива, это море, это Тагия! Ну, короче, это что-то личное у него, я не знаю. Ну, значит, мы такой катамаран Москва написано. И такой вот он говорит, нам нужны флаги. И он снял, значит, плавки, и все, у нас есть флаг. Прям на пляже? Ну да. А ты? А я еще на ресепшене с флагом был. А потом? Ну, а потом мы вышли в море, идем, русская флотилия, бля. Вот, у нас, значит, флаги развиваются, мы машем, вот. А тут на пляж вышли женщины и дети. И чё? Ну и все, и потопили катамаран Москва. Бомбочками. Прям бомбу скинули? Ну, практически. Девочка какая-то разбежалась. Хилдех рядом с катамараном. А за ней ее мама. Хилдех на катамаран. А потом их бабушка, крупная женщина, на Вадона попала. На этом уже все закончилось? Ну, практически. Значит, мы выползли каким-то образом на пляж. И тут уже вломили мне. Как? Кого вы еще зацепили там? Да никого. Помнишь, у меня футболка была с надписью «Путин», помнишь? Конечно же помню, это же я тебе ее подарила. Ну, ты да. Еще хвастал, что тебе с такой футболкой можно все. Оказалось, нет. Мы, значит, я плавал, выползал, а кто-то пока меня не было на футболке, к слову «Путин» и еще одно слово дописал. А я не заметил, надел и не заметил. А я заметил. Да, Вадон заметил, не узнал меня и вломил мне. И братан, я не был. Да я все понимаю, Вадон, без проблем, тебя украинцы подставили. О, блин. Они что, двери пилят? Ну да. Где они вообще пилу взяли на отдыхе? Ты нормально, это украинцы, если они насобирали на свой спутник, что они пилу в Турции не найдут? Затихли! Это наш шанс свалить! Не-не-не, подожди! Сейчас гляну. Да, время. Да они просто сейчас пошли Арестовича с Фейгиным смотреть. Значит так, мы идем в соседний отель звать на помощь.
помощь, там Игорь из ВДВ. Точно! Блин, Вадон, ты понял, почему с соседнего отеля дым шел? А, натуре. Все, больше нет Игоря из ВДВ. И отеля соседнего тоже больше нет. Подожди, подожди, ты... что было дальше? Дальше мы на пляж выползли, ну и легли отдохнуть. Прям на пляже? Ну да, везде ж в остальных местах засада. А, ну. И чё? Ну и, значит, в этот момент Вадон подрался. Ну, снова. С Фанерой. С Фанерой? С Халерой? С Агилерой? Да не, с Бандерой. Может, с бандеровцами? А? Не. Ну, Вадон, рассказывай, что там? Я Бандера навалял. Да, и он Бандере навалял. На самом деле, ему просто солнце в голову напекло, и он с лежаком подрался. И что интересно, лежак победил. А ты тоже, что ли, уснул? Не, я в этот момент в туалете был, ну там вообще капец, что случилось. Отравили? Не, в этот момент туда петарды бросили. Господи, это же покушение, вы полицию вызывали, что сказали? Да, ну... сказали, официальная версия, взрыв боекомплекта при неосторожном обращении с огнем. Капец, это все фигня, надо возвращаться домой. Блин, как же мы отдыхать будем, если в первый же день столько приключений? Да послушайте, ну как мы вернемся, если у нас паспортов нет? Как? Это что, украинцы забрали? Не, запихали. Что? Ну... Слушайте, ну короче, там мы зацепились конкретно. Вадон начал что-то им про спецоперацию объяснять. Ну реально правильно все объяснял. А, короче, теперь, чтобы наши паспорта достать, Вадону нужна специальная медицинская операция. Капец, блин, капец. This is room service. Open, and I will clean the room. Не открывай, это они, украинцы. Так, может, это реально уборка? Ну, так какое, если они русский выучили, что им сложно, турецкий или английский выучить? Ой, я сам... Дима! Дякую! Все гаразд! Ты чё? Украинский выучил? Ну, блин, меня пара научила из Мурманска. Они на этой фразе здесь неделю продержали. Значит так, у меня есть идея. Мы звоним в наше посольство, и пусть нас спасают. Точно. Нормальная идея, набираем. Ну? Если вас оскорбили морально, нажмите 1. Если применили физическую силу, нажмите 2. Если морально и применили физическую силу, нажмите 3. Если морально и применили физическую силу и засунули паспорт в одно место, нажмите 4. 4. За сегодня ваш вызов 1687. Ожидайте в очереди. Какой, блин? Не, ну это вообще капец. Чё ну делать? Ладно, пока ожидаем. Да. Давай рассказывай, что было дальше. Да что дальше было? Дальше мы, ну, с эстонцами зацепились. А что вы с ними зацепились? Ну, потому что до этого латыши ни хрена не поняли, чем мы объясняли. А что вы им объясняли? Да потому что литовцы тоже не выгребают, блин. А что они не выгребали? Ну, мы им объясняли, что в Советском Союзе было круто, блин, вообще. Ну? Вот. А они не понимают. Вадон обиделся, говорит, хрен вам, а не газ. И чё? Ну, они ему туда и ударили. И газ вышел из Вадона. А потом пришли 2 армена. Там что, еще армяне были? Нет, 2 бармена. А. И они меня выгнали. Что? Не, выгнали его, выгнали. За что? А? Не знаю, просто так. Я просто сидел и кричал. Ляо! Что? Ляо! Ну, он спрашивал, где наши, Вадон спрашивал. Ага. И что? А потом пришли украинцы. И чё? И я обосрался. Что? Не, здесь вы все правильно поняли. Какой кошмар. Наш Бандера, Украина мати, мы за Украину будем воювати. Ой, у Лузі червона каліна похилилася. Здалося, напевно. Тут точно наша. Гарного дня! Чё, и песни их выучил? Ну, просто, когда они нас на ресепшене били, они эту песню пели. Капец, капец! Всё, надо что-то делать, но на Вадоне же
красивого места нет. А это все потому, что Вадон хотел с украинцами помириться. Помириться? Серьезно, да. Ну как, он сорвал с названия отеля букву Z и пошел к украинцам, блин. А че украинцы-то? Ну они стоят, смотрят, а на них Вадон бежит, улыбается с буквой Z. Ну они ему и все, блин. Они же могли его убить! Не-не, Вадона могли турки убить. Вот, за то, что он сорвал букву Z. У нас же отель называется в честь иранской деревушки, правильно, Занус. А тут Z пропало. Так, Ленка, а? Собирайся, пойдем разбираться, сколько там еще этих мордоворотов. Да. Кого? Мужиков этих украинцев сколько? Каких мужиков? Мужиков из Украины не выпускают. Нас били женщины и дети. Так а голос за дверью-то мужской был? Да. Нет, это та девочка, что бомбочкой прыгала. У нее голос ломается, возраст такой. Значит так, воины, принимаем слабительное, возвращаем паспорта и едем на Волгу отдыхать. Еще пару лет из страны нам точно выезжать нельзя. Вадон, погнали! Погнали! Дизель-шоу. Че с головой? Чё? Ранение? Шо вчера через пенёк перецепился? А что с рукой? Решил отомстить. Пеньку? Ну а чё, бухой был, чё? Решил, ну, втащил ему, на! Ай, рука-то до сих пор была. А что с ногой? Ну ничего, с руки ему дал, хотел ещё с ноги втащить. Ну, нормально ты его навалял. Ну, будь знать, сука, ай! Сука, нога до сих пор. А ты, наверное, в детстве карате занимался? Дзюдо. Я ж хотел этот пень еще перекинуть через спину, а так еще грыжу себе заработал. Дед, ну зачем ты его уже трогал? Ты его нормально, он... И ногой, и рукой, и головой навалял. Да. Слушай, Ваня, а давай выпьем за самого сильного человека нашей армии. За кого это? За тебя, Ваня. За тебя. За меня? Ну и за тебя. Давай. Давай, если нет. Слушай, а может это натовский пенек был? Ты не слышал? Украине НАТО пеньки не передавало? Возможно. Они им все передают. Слушай, так это ты медаль получишь за боевое столкновение с пеньком. Поедешь в Мухосран с героем. Ваня, мне кажется... Стог сена немножко подошел. Понял, Ваня, я тебе больше не наливаю. Не, реально, может, это водка паленая. Где ты ее взял? Ну, так в стоге там взял, лежала. Может, от прошлой смены осталось. Не, слушай, а может, это из-за травки? Из-за травки на нас бы сено напало и съело. Ваня, а давай выпьем за самых главных людей в нашей армии. За генералов. За нас, Ваня. С херами это главное. Мы как Шойгу и Герасимов. Мы хотим машины, пропускаем, хотим, не пропускаем. Тут от нас все зависит. Точно.
точно. Замаскированные склады с горюче-смазочными материалами – это не хухры-мухры. Это как Россия! Без нефти нахуй никому не нужна! Тихо, Вань, не кричи так. Ты чего, Вань? Не кричи. А кто нас услышит тут в поле под Бердянском? Здесь только наши. Тут и наши могут подстрелить. Вон, предыдущая же смена куда-то пропала. Так, может, они дезинтировали? Если бы они дезинтировали, то родственникам бы белую ладу не дали. Тост, Ваня, давай, чтоб нам награды, а генералам белые лады. Давай. Ваня, мне показалось, что куст ближе стал. Давай ему втащу. Кому? Кусту. Тебе что, пенька было мало? Ты думаешь, они с ним заодно? Конечно! Это же Украина! Тут вообще все вот так вот. Вон, мы приехали русскоязычных защищать, а эти русскоязычные по нам с автоматов стреляют. Логично. А давай я по кусту из автомата шмальну. Да не надо, еще случайно в цистерну попадешь. Да пусть себе стоит этот куст, что он нам сделает, он же не пенек. Не нравится мне этот куст. Не нравится, сейчас ему втащу. Сейчас ему по тихо, я же забыл, мне ж пост покидать нельзя. Давай ты втащи. Давай, все мне. Втащу. Оп-о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 п. Я ж вспомнил, Ваня. Мне ж тоже пост покидать нельзя. Значит, продолжаем нести службу. Продолжаем. Слушай, этот куст прям борзеет и борзеет. Прет и прет. Дашь майну? На. Только не стреляй, хорошо? А то тут же ГСМ полно. Рванет, мало не покажется. Я без автомата очкую. Понимаю. Когда сюда ехал, все говорили, что на Украине даже природа против нас. Правильно говорили, Ваня. Тут все, все из лабораторий. И комары, и мухи, и гуси, и лебеди, и все. Мыши, вон, в соседней части весь быка сожрали. А у нас все продовольствие. Так, а вот командир соседней роты так и говорит, у нас и продовольствие, и быка, и форму сожрали. Эти бендеровские мыши, у них такие зубы, они у нас за 2 недели роту танков съели. Прикинь. Ваня. Вань, а может, это куст-нацист? Тогда вот это стога бендеровец. Ваня, а? Может, нам подкрепление вызвать? И что мы скажем, что мы тут с кустами и со стогами воюем? Ну, кадыровцы же воюют с кустами и с пустыми зданиями. А им подкрепление присылают. Ну, сухо. Это элита! А мы кто? Русские? Чё ты, Сина, опять подкралась? Вань, ты где траву брал, а? Так у чечена выбрал. Но они меня предупреждали. Говорят, аккуратно, боец. Убивает с одной затяжки. А их, кстати, и убило. Трава? Граната.
Они накурились, начали в съедобное-несъедобное играть. Придурки. Так, слушай. Ты это, наверное, куста на прицеле подержи, а я пойду писну. Да. Вань, а чё ты быстро так? Зря мы, Ваня, сюда приехали. Чё случилось-то? Мне только что сено наваляло. Подожди, как мне пенёк вчера? Да похлеще! Это сено, наверное, на бок сходило. Такой удар поставлен. На зюдо. На зюдо. Слушай, а где твой автомат, Вань? Блин, я его возле сена оставил. Ты сходи. Чё-то я очкую. Давай я схожу. Давай. А хрен с ним, с этим автоматом. У меня второй есть. Ну не будешь же сено в нас стрелять, Ваня. Оно мне и в харю не должно было бить. Тебе еще, Вань, повезло. Нас, вот прапорщик, от грибов одарил. В смысле? Пошел в посадку с грибами и еле-еле приполз назад. Наши кинулись в посадку, а там только вешенки. Выходят вешенки ему и навешали. Вань, давай за прапорщика. Не чокайся. Давай. Вань, водка закончилась. Где ты брал ее, говоришь? В стоге. Так сходи, возьми еще. Не, я подбздюхиваю. Хорошо, я схожу. А ты держи сено на прицеле, чтобы оно нашу водку не выжрало. Шатай, как ты тихо. Вань! Я лавхак придумал. На коленях меньше шатает. Надо сказать, что все бойцы нашей армии на колени стали. Точно. Так, подошли. Сейчас. Ты что делаешь, Что там, Ваня, ветер? Ветер? Да не, меня, походу, вкус обоссал. Капец. Мне сено наваляло, а тебя вкус вообще унизил. Да не, мне кажется, что там кто-то есть, Ваня. Ваня, отползай, а то он тебе еще за шкирку навалит. Ну что, все посмотрим, кто там. Ай! Ваня! Мне куст пальцем в глаз сунул. Ты что? Ай, гадина! Ай, больно! Внимание всем постам! Приказ нового комбата! Никому не входить в контакт с природой! А еще со старым комбатом. Спросил у кукушки, сколько ему жить осталось. И это было последнее, что он спросил. Конец комбата. Тьфу ты, конец связи. Ваня, слышал? С природой нельзя вступать в контакт. Я и не вступал, это сено со мной вступило. А мне куст вообще глаза лишил. Капец какой-то. Ваня, мне сено водку предлагает. Бери, Вань. Мы сейчас с тобой для храбрости выпьем и пойдем к кусту мстить за мой глаз. Слышишь? Он мне не просто так сено предлагает. Предлагает на автомат поменять. Не ведись, Ваня, это развод. Тут бутылка водки на автомат,
автомат минимум две бутылки. Две давай. Не хочет. А спроси, патроны ему нужны? Патроны надо? Да. Держи, держи, ну, меняй, вон. Меняй, Вань. Меняй. Оп. Оп. О, есть! Все, Ваня, живем. Живем. Стоять, руки до гори. Ты что сделал, дебил? Ты водку разбил. Это не я. Меня сено в плен взяло. Как тебя могло сено взять в плен? Ну, у него автомат и патроны. Логично. А у меня куц тут спрашивает, сколько у нас и вертолетов? 8. Только зачем это знать куцу? Я тоже не понимаю, что сену расскажешь, Соня. Тем более, они у нас замаскированы под холмики. А у меня сену спрашивают, сколько у нас бензовозов? 17 или 18? 19. Но это секретная информация. Это секретная информация. И потом, зачем сену знать, что у нас все грузовики замаскированы там, за вертолетами? Не найдете? Фу, не, конец, Вань, все, я шабашу пить, у меня по ходу вертолеты начинаются. Не-не, Вань, мне Кузь сказал, что через 5 минут тут никаких вертолетов не будет. Накопна, я Калина, що у вас? Калина, Якопна, тримаємо 2 чмобіків на гачку. Бензовози в лісосмузі, гелікоптери за нею. Працюйте. Плюс, висуваюсь на позицію, кінець зв'язку. А, Ваня, я понял. Это кто-то здесь украинскую расу забыл. Сейчас я поищу. Давай. Вань, слушай, помоги мне тут это. Сейчас, иду. Вань, я не могу. О, у куста ствол. Ваня, ну ты тупой, что ли? Стволы только у деревьев. У кустов эти, как их... Забыл! Да нет, тут реально ствол, М-16. А мне сток на голову наступил! Капец, 42-й размер, написано выготовлено в Житомире. Сток, а ну не наступай на Ваню. Слышь, куст, ты чё, Калина, Якопна, за 30 секунд усі чмобіки зберуться в їдальні. Передаю координати. Копна, я Калина, плюс. Працюємо. А витікайте, зараз тут буде гаряче. Кінець зв'язку. О, прикольно, смотри. Смотри, как прикольно. Предыдущая смена водку оставила. А, нормально. Вот это и называется настоящее русское военное братство. И смотри, косяк не докурили. О, ништяк, косяк. Калина, а є ще 5 хвилин. Можу ще 2 чмобіків прихопити. Копна, плюс, працюйте. Слышь, мне показалось, что сену по рации разговаривает. Значит, хорошая трава. Ой, блин, смотри, звезда падает. Класс, Крем, прямо на наш склад быка. А ты знаешь, говорят, что тут на Украине постоянно звездопады. Вчера тоже красиво было. Да, красиво, так красиво, только после этих звездопадов у нас полно 200-х и 300-х. Ты спать? И я спать. Калина, завдання виконано. Висуваємось на базу. Слава Україні!
Героям слава! Нащадки козацького роду сторіччями виборюють майбутнє української нації. Щоденна віра і допомога стилу надають підтримку, сили та впевненість захисникам. Мета українського козацтва – вільне життя та захист земель від ворогів. Крізь покоління і до сьогодні наші цінності залишаються незмінними. День українського козацтва відзначимо разом із концертами «Дизель-шоу». 11, 12, 13 жовтня в Києві. Ми відзначаємо щороку, а зараз із гордістю продовжуємо підносити настрій українців. Нашу допомогу одразу відчують на фронті завдяки «Дизель-фонду». «Дизель-шоу» – традиційно, ідентично, патріотично та з вірою в перемогу. Так, попрацюємо. Стоп, це що? Це всі заяви на громадянство з початку війни? Ні, це тільки завчора. Хо. І тільки на пошту. А електронку я навіть боюся відкривати. Нічого собі. Їм що, тут медом намазано? В сенсі? Ну, тут медом намазано. Ти що, щось їв? А, то я наляпав. Ти даєш. А тим мухам після їхнього лайниця нашого метку захотілося. Так, наступний. Добрий вечір, шановні панство! Вітаю вас в цій чудовій залі! Ви що, москаль? Блін, йокрин баба, а як ви догадались-то, а? Та у вас же на лобі написано. Я москаль. О, да ладно. Не вірите? Ось, подивіться. Ось, подивіться. Це тільки москалі перевіряють. Нам розвідка ваше досьє принесла. Ми знаємо, хто ви. Смішно. Скажіть, я можу у вас отримати українське громадянство? Так, так. А чому ви вирішили отримати українське громадянство? Тому що Україна – це лани Широкополі. Це Дніпро, це круче. Що санкції замучили? Да. Зрозуміло. Давайте тоді класичну перевірочку. Давайте. Слава Україні. Героям слава. Слава нації. Смерть ворогам. Україна. Понад усе. Путін. А давайте я ответ на этот вопрос дам после того, как вы мне дадите гражданство. Прокачаний, ти бачиш. А у вас, до речі, ізраїльського громадянства немає? Навіщо воно мені, якщо я Україну люблю? Знаємо, як ви любите Україну. У нас тут таке написано, що майже всі ваші активи в Україні і знаходяться під арештом. Ну, це ж временно, навірно, правильно? Скажіть, а які у мене шанси отримати громадянство? Ну, зараз дуже складно, знаєте. Треба знати історію України, треба володіти українською мовою, а потім ще двобій з усіком. З этим боксером-чемпионом? Так, так. Блін. Ми жартуємо. Усіх зараз відпочиває після бою з Джошуа, тому битися будете з Кличком. Ви знову шутите, да? Ні, це приказ президента. Блін. Знов повівся! Отдають, отдають! Так, ну що, давайте до іспиту. Давайте, я готувався. Так, скажіть, чому саме вам ми маємо дати громадянство? Ну, тому що я допомагав Україні 10 лет. Цікаво, це як? Я крав деньги з російського бюджету. Це плюс. Це плюс. А де у нас гарантії, що ви те саме не будете робити в нашому бюджеті? Ну, давайте откровенно, у вас сейчас и красть нечего, там ничего нет. Це у вас там ничего нет, а у нас отрицательный профицит, как вы кажете. Да. Добре, а скажите, чей Крым? Ваш. Наш? Наш. Ваш. Украинский. Тобто вы себе все еще ассоциируете с Россией? Крым – это Украина.
Ти правильно. Я прийшов... Ні. Це не питання до тесту, це так, риторичне питання. Бо в Україні вже 70 років взагалі не стоїть питання, чий Крим. А стоїть питання, чия Кубань. Бачив його очі. Так, ну давайте, ви до іспиту готувалися? Так, я готувався, звісно. Смотрите, сідниця, Укрзалізниця, насінітниця. О. Це все, що ви вивчили? Капец, как все, я 3 месяца с логопедом занимался. А потом еще 2 месяца со психологом, чтобы все это осознать, блин. А потом мне еще помощь хирурга понадобилась, когда я попытался сказать слово педипригура. О, опять выскочило. Ох, и стараются они. Ой, как стараются. Да. Добре, тоді увага, перше запитання тесту на громадянство. Так, я готов. Так. Воно поки легке. Давайте. Про що йшла мова у 128-му випуску телемарафону? Дам підказку. За... 7.08. Помогли. Ну, вы знаете, я так много телевизора не смотрю. Ну, це ж риторичне питання. Там казали про те, що рашисти отримали тягла від ЗСУ. Як у всіх інших випусках. Ага. Ну, треба уважніше бути. Перше питання мінус. Ну, чого ж мінус? Давайте наступне. Виберіть зайве з переліченого. Давайте, я готов. Борщ, ага. Український хліб, угу. Сало, ага. І самогон. Хліб? Борщ? Сало? Геть з України, москаль некрасивий! Сало він брав, бачиш. Самогон? Получається, самогон. Та ну що ж ви так... Ну це ж просте питання. У цьому списку немає нічого зайвого. Він ідеальний. Це питання мінус. Добре, далі. Чим відрізняється борщ від щів? А, это я знаю. Борщ – это страва, а щи – это то, что происходит, когда кастрюлю от борщу миешь. Правильно. А? В интернете прочитали? Нет, это мне бабушка рассказала, она у меня из Полтавы. О, да. Бабуся из Полтавы. Завдяки бабусі из Полтавы вы отримаете плюс 3 балла. О, так что, я уже, можно сказать, получил гражданство, правильно? Так, когда гарбуз на вербі вырастет. А по срокам созревания сориентируйте? Потому что я не силен в сельском хозяйстве. Мінус один. Да что ж такое-то, а? И наступне питання. Ну, давайте. Що роблять з тещею на українському весіллі? Блін. Целуют? Б'ют. Боже, що за народ такий, а? То ви що там збочинці всі, чи що? Тещі на весіллі миють ноги. Блін. Мінус 2 бали. Ну, а чому 2 сразу, то мінус? Ну, я можу ще одне запитання поставити. Давайте. Чим саме миють ноги тещі? Водкою. Горілкою. Мінус 1. Блін. Мінус 1. Наступне питання, воно музичне. О, давайте. Увага. Віть-віть-віть, тьох-тьох-тьох, ай-яй-яй, ох-ох-ох. Продовжіть. Бинц-бинц-бинц, тунч-тунч-тунч. Швинк, 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 швинк. I am Scatman. А, я понял, это какая-то песня из ТикТока, да? Це українська народна пісня. Пиршки по пиршки, пиршки по пиршки, пиршки по пиршки. Точка, точка, чуть, 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 чуть. Зараз тобі, а-тя-тя, зробимо за такі відповіді. Мінус 2. Ну, подожди, ну давайте ще какой-то вопрос, ну, пожалуйста. Добре, тоді музичний бліц. О, давайте. Поїхали. Що відбувається, коли Галя несе воду? Коромисло гнеться. Вірно. Ага. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з морозом звела. Ой, мій милий! Що ти від мене хочеш? Вареничків хоче. Ой, мій милий, вареничків хоче. Навари. Сама навари. Милая, навари, милая, навари, йо-хо-хо, моя чорнобаївка. Ну, хіба що за чорнобаївку плюс 1. Плюс 1. Так, гарно рухаємось. Давайте далі пройдемося по біографії Іво Бобула.
Кого? Ну, майже всі українці знають, хто такий Іво Богов. Мінус один за це. Та ні, ну дайте дополнительний, я наверняка знаю, дайте дополнительний, ну. Добре, хто такий Степан Гіга? Левко Дурко. Вова зі Львова. Зев'йо. ТНМК. Да блин, я понял, вы издеваетесь просто надо мной. Вы берете случайные звуки и в случайные слова их соединяете. Погуглить. Я погуглю, сейчас я выведу вас на чистую воду. Блин, реально есть. Ну так и что же. Минус. Ну что ж, не будем вас затримывать. Ну, пожалуйста, ну я же готовился. Ну, дайте мне еще вопрос какой-нибудь. Дамо еще один шанс. Давай. Добре, что у нас скажут после слова «будьмо»? Гей. Та сам ты гей. 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 Эге-гей. Ге-ге-гей. Та ні, він ще й гей. Ну нафиг він... Ні. Ну, все, мінус. Ну, подождите, ну, пожалуйста, ну я готовился даже, ну... А, добре, давай останнє. З візуалізацією питання. О, давайте. Угу. Ось тут. Що написано тут? Тишина. Там ти тишина, то шепшина. Що? Кожен українець знає, що це шепшина. Добре, ось цю картинку, подивіться. Что, ребус какой-то? Сердечко, флаг, стрелочка, солнце и сердечко. Дам подсказку. Це вірш. О, дуже вам дякую. Сердечко, флаг, стрелочка, солнышко, сердечко, стрелочка, пук. Ой, такой листики, нарядочки, писюшки. Слушайте, идите до дома, я вас прошу. Мы не дамо вам громадянство. Да ну я ж вижу, что вы издеваетесь надо мной просто откровенно. Выдумали какую-то ерунду, ну. Та будь кому зараз позвони, він скаже, что то шепшина. А то, что за вірс. Будь-яка дитина навіть знает. Ага, рассказывайте, давайте. Давай, давай, кажи, будь-який номер. А, любой, да, вот пожалуйста. 050-50-50-50-50-50-50. Все гарно, что я все встиг записати. Так. Алло, доброго дня, слава Україні! Героям слава! А ви можете це прочитати? Шипшина! Ось! А є у вас там діти? Є. Ага. Питає. Діточка, а ти можеш прочитати цей вірш? Ні. А, я ж казав, говорив. Заткніть, будь ласка, цього москаля і піднесіть малюнок ближче, бо зв'язок поганий. Ага. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, трави і води. У годину щасливу і радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, квітучу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. О, дякую! Додала, бо дуже сильно. Нічого, дякую, дякую. Молодець, ай, молодець. Ой. Ой, обычный стишок, стишок любой, может, даже я могу стишок. Будь ласка. Ой, пожалуйста. Украина – це лани широкополі, це Дніпро, це круче. Це ми вже чули, а що там далі? Русский паспорт не хочу, украинский лучше. Ні, все, до побачення, наступний, ви не отримуєте громадянство. Що ви робите? Хто не скаче, той москаль! А я до утра буду скакати, поки ви мені гражданство не дадите, понятно вам? Так скачіть звідси, скачіть! Ми не дамо вам громадянства! Ви не розумієте українську душу, все, до побачення! Хорошо, попробуємо по-другому. Може бути, договоримося? Відкривайте. Так це вже зовсім інша справа. Так, давайте фотографуватись. А я думав, у вас по-чесному. Мені улыбаться, щоб я щасливий був, так? Так. Оп, ти на паспорт. Дякую. Так, давай. Так, зараз все оформимо. Вклеюємо. Так. Тут вклеюємо. Так, ось. Угу. До речі, ви в курсі, що у вас не повинно бути
будь-яких інших паспортів. О, ну, крім, смотрите, я все прекрасно понимаю. Одну секунду. О, от берем і так тебе, так тебе. А, или надо было съесть? Можно было просто выкинуть. Але мені подобається ця процедура, треба її зробити офіційною. Так, давайте підпись. Ось ага, тут це я знаю, це смішно. Підпись десь, підпись десь. Пожалуйста, підпись десь. Ну що ж, ми вас вітаємо, вітаємо. Сьогодні ви отримуєте паспорт громадянина України. О, благодарю, вернуться мої активи. Хлопці, заходьте, будь ласка. Що? Что? Подождите, что происходит? Что вы делаете? Вас затримано задачу хабаря нам при виконанні своїх службових обов'язків. Подождите. Ну я же гражданин України, ну! Тому і судити вас будуть по законах України. До побачення! Нет! Україна – це лани широкополі, це Дніпро, це круті! Ух! Ну, що ж сказати, куме, я думаю, що ще тиждень, і ми притулу переженемо. Так точно. Пішли далі. Пішли наступний! Далі. Наступний! Дизель-шоу. Димас! Чо? Я что-то не поняла, о чем вообще едем? Блин, ты нормально? Я тебе три раза объяснял, что мы едем, потому что мы едем. Блин, ты говоришь прям как Песков. Чего, блин? Что, блин? Я вообще не понимаю. Ты говорил, что мы патриоты. Блин, да, мы патриоты, но кто знал, что и патриотам будут выдавать повестки, ну? А что мы-то на машине едем? Мы что, не могли на самолете полететь? Ты нормально вообще? Ты знаешь, какие сейчас проблемы с запчастями для самолетов в России? Скоро у нас, блин, ездить на самолете будет то же самое, что ездить на рейсовом автобусе. Ты же говоришь, что наши русские самолеты летают лучше всех. Да, но оказалось, что они и падают лучше всех. Не напоминай про этого Пригожина. Да не боись, не ты. Мы вообще сейчас эту латышскую таможню проскочим молниеносно, не заметим. Они что, тормознутые шпартоеды, правильно? Вот, вот. Там знаешь, как будет? Лайма, ты что-то заметила? Ой, Валдис, я ничего не заметила и ничего не слышала. Валдис, ты это слышал? Да, Лайма, я еще это и видел. Так хорошо вовремя случайно уронить ручку. Да, и не очень быстро ее поднять. Капец, они все слышали. Ну да, блин. Не все, только то, что нужно. Скажите, пожалуйста, откуда и куда вы направляетесь? Давай. Короче, мы едем из России. Достаточно. В смысле достаточно? Вы даже не дослушали, куда мы едем. И не надо, вы уже приехали. Слышь, латыш, ну, это какое-то недоразумение, да? Согласен, но зачем так говорить про свою супругу? Чё сказал? Чё ты будешь так стоять? Давай иди разберись! Да спокойно, я разберусь, чё ты стартуешь вообще. Слышь ты, медляк, меня послушай, это давай нас это, ну типа, пропускай по-быстрому, о? По-быстрому, через Прибалтику. Ха-ха-ха! Ой, ну короче, мы знаем, что это все просто анекдоты про вас. На самом деле вы вообще не такие. Хорошая попытка уладить отношения, но по-быстрому через Европу не получится. А куда получится? Обратно, в Россию. Блин, слышь, ты, братан, ну ты давай, ты перестань это, да, ладно? Ну ты вообще, ты что, забыл? Ты не горячись, мы же с вами эти братские народы, да? Не дай бог, вы уже украинцам так говорили, вот результат. Блин, хорош, ты знаешь, что мы такие? Мы русские, мы фашизм победили, мы. И забрали его себе как трофей?
Скажите, почему вы уезжаете из своей великой России в нашу загнивающую Европу? Потому что мы туристы. Туристы мы. Мы просто туристы. Туристы мы. И у вас наверняка есть какой-то простой способ прохождения границы. Конечно, есть один способ. А чтобы по-быстрому пройти, да? Ну да. Чтобы быстро пройти... Нужно? Нужно оплатить. Европа, да? Европа. Оплатить. Взятку надо дать. Поняла? Ты поняла? Взятку, баблище нам. Ну давай, говори, кому сколько, ну. Это не нам. Чё я втыкаю, не втыкаю? Чё-то мне сыкотно туда денежку класть. Сыкотно будет, когда вы из Европы вернётесь в свой Воронеж, а там уже ЗСУ. Может, мы вообще в Россию больше не вернёмся? Ты чё, чокнутая, блин? Мы обязательно вернёмся. Сплюнь, блин. Ты нормально? Три раза надо сплёвывать. Вот, блин, короче, ладно, я кидаю денежку, хрен с ним. Давай, потому что, может, вообще некуда будет возвращаться уже. Прекрасно. Ну? Ну, можешь теперь там оформляться и проходить. Прекрасно то, что теперь вы и в Россию не сможете вернуться. Чё это? А у нас тут камеры работают с прямой трансляцией. Сука. Так, начнём. Имя, фамилия? Ой, блин. На, читайте. Диктуйте. Пишите. Имя. Дми. Да. Три. Да. Е. Да. Проверяйте. Проверяю. Дми. Да. Три. Да. Е. Ой. Что? Правильно. Блин, вы что, издеваетесь, а? Теперь фамилия. Давай, записывай, сразу диктую. Ху. Все. Что, все, блин. У нас обед. Обеда! Тогда пересменка. Ну и как надолго? Смена должна вот-вот подойти. Да, где-то через 2-3 недели. Послушайте, ну вы же образованные европейские люди. И вы жалитесь над глупыми, неадекватными русскими. Какая хитропопая женщина. А, мне уже самому интересно. Цель вашего визита в страны Евросоюза. А хрен ты меня здесь подловишь, понял, да? А мы без цели едем, понял? Где планируете останавливаться? Ну, короче, у родственников в Чехии. Ага, они русские? Конечно, русские, не латыши же. Тогда нам нужны их данные. Блин, для давай, уточнения. На, вот, все. Алло, Карел? Да, это Валдис, Латвия. Есть новые кандидаты русские на депортацию. Адреса сейчас скину. Блин. Вы выезжаете на автомобиле? Да, на автомобиле. По правилам на территорию Европейского Союза нельзя заезжать на машинах на российских номерах. Так у нас Лада! Это вообще даже не автомобиль! Слышь, коза, ты что несешь такое? Это охрененный автомобиль, ты нормально? Это вообще великий автомобиль, блин! Согласен. Тогда пусть остается в великой России. Зачем вывозить мусор из дома? Поедем дальше. На этом. Так это чемодан. Ядерный.
Слышь, стендапер, с вещами! Вот и посмотрим. Не переживайте, мы пока что будем осматривать вещи. О, нормально. Но если вы будете плохо себя вести, то... Ух, да у нас там вообще ни хрена нет! Да. А вот это подозрительно, поэтому мы должны вас задержать на 72 дня. Может, а 72 часа? У нас в Прибалтике так быстро дела не делают. Нужно было ехать через Украину, быстрее было бы. Ага, чтоб нам там люлей надавали. Не волнуйтесь, за 72 дня в Прибалтике тоже многое может случиться. Ой, короче, извините, извините, извините. Пардоньте, пардоньте, пардоньте. Все, можете нас теперь пропустить, мы же извинились. А мы вас еще не извинили. Тормозим. Так, давайте сюда чемодан. Чего ты стоишь, давай ставь. Ну твой чемодан ты и ставь, что ты на меня это? Блин, ты мужик или я? Я мужик, чемодан поднимай ты, ну. Слышь, ты козел. Коза. Козел. Коза. Я тебя люблю. Я тебя. Короче, у него просто грыжа. Помочь? А, спасибо. Итак, вы можете провозить только то, что принадлежит вам. Там все принадлежит нам. Там фен, плойка, косметика и шмотки. Нет. Фен немецкий. Духи французские. Вещи польские. Ролекс китайские. Ты же говорил, что он швейцарский. А, хотя у тебя там всегда на полшестого. Разрешено провозить только то, что принадлежит именно вам, русским. А, знаю. Лада! Лада, Жигули, русский автомобиль, понятно? У вас волжский автомобильный завод. Хотя странно, его же Тольятти производит, должен называться ТАЗ. Но хрен с ним. В любом случае, вас, наш русский автомобиль. Нет. Жигуль — это фиат, он итальянский. Сука! А что тогда принадлежит только нам? Тюрьма Путин-балалайка! Ты что-то брала с этого? Итак, это чья? А разве не видно? Ну мы же Европа. По вашему мнению, у нас в это может ходить кто угодно. Это ёная! Это моё иное. Хорошо. Это можете оставить себе, чтобы потом не говорили, что Латвия оставила русских без трусов. Так, это что? Ты нормальная вообще, блин? Я давайте объясню, что это. Это туалетная бумага, да? Вытирать жопу, рот и руки именно в этом порядке. Изымаем. Нельзя. Бумагу... Лопух вам можно. А что, это тоже нельзя? Нельзя. Шотландский. И косметику мы тоже забираем. Ой, да подавись, тебе нужнее. Я и так хотела выглядеть натурально. Хорош, если вы косметику забираете, алкоголь-то верните, вы же тут видите, ну... Что, офигел? Да ты офигел, ты себя в зеркало видела? Я себя по-трезвому никогда ну не вот видел. Видишь, какой тебе это. И вообще весь чемодан мы забираем. Капец. Блин. В качестве компенсации можем вам дать банку шпроты. А нахрена они нам? Ну. Ай-яй-яй, совсем дружить не хотите? Ну и короче, хорошо, купим себе там новые шмотки в Европе, ага. Ну и что, теперь можете нас пропустить? Вы думали, так легко отделаетесь? Блин, что вы еще хотите? Че? Да что это такое? Вы что? Добро пожаловать в Латвию! Вы что, хотите, чтобы мы разделись? Мы не хотим. Закон требует. И что нам делать? Что делать, что делать? Снимать трусы и бегать. За ширмой. Блин. Капец. Знаешь, Валдис,
Как называют русских в Европе? Как, Лайма? Шпроты. Почему шпроты? Потому что они хотят жить в масле, но давно все без головы. Тогда наша задача – не выпускать их из банки. Все, можно нам уже ехать, блин? Ну, конечно. Конечно же нет. Зачем такие, как вы, в Европе? Возвращайтесь в свою великую. Вы как раз выглядите, как коренные русские, без импортных вещей. Деньги ваши мы тоже конфискуем, потому что они американские и европейские. Единственное, что мы можем вам оставить, это ваша любимая карта МИР. Сука! Да. Вы не можете нас задержать, потому что нас ждут родственники в Чехии. Конечно, мы же не звери. Мы их к вам доставим, Воронеж. Депортируем. Можете ехать из нашей загнивающей Европы и в свой распрекрасный Воронеж. Купец, это из-за тебя все. Из-за тебя. Из-за тебя. Из-за меня. Козел. Сюда иди. Козел. Сюда иди. Еще полгода, Валдис, и мы получим все репарации от России за 100 лет. Да, и передадим их Украине на борьбу с такими вот терротуристами. Нащадки козацького роду сторіччями виборюють майбутнє української нації. Щоденна віра і допомога стилу надають підтримку, сили та впевненість захисникам. Мета українського козацтва – вільне життя та захист земель від ворогів. Крізь покоління і до сьогодні наші цінності залишаються незмінними. День українського козацтва відзначимо разом із концертами «Дизель-шоу». 11, 12, 13 жовтня в Києві. Ми відзначаємо щороку, а зараз із гордістю продовжуємо підносити настрій українців. Нашу допомогу одразу відчують на фронті завдяки «Дизель-фонду». «Дизель-шоу» – традиційно, ідентично, патріотично та з вірою в перемогу. Сашка, я знаешь, что подумала? Может быть, поедем на какую-то экскурсию? Ну, посмотрим, как жили турецкие султаны. Викусь, я на прошлой неделе в Кончезаспе был. Забор там красил. Такой 6 метров на 3 километра. Так вот, я тебе скажу, что турецким султанам до наших рядовых депутатов, как Лёшке до пенсии. Это точно. Ой, хорошо, что мы в этом году в Турцию поехали. Да. А не как обычно, пансионат, буревестник, Бердянске. Ну, в этом году Турция реально дешевле. Давай выпьем с тобой за наш безмятежный отдых. И хорошо, что мы взяли с собой бабушку. Да, да. Вот она за Лёшкой присмотрит, и у нас будет с тобой, ну как бы, второй медовый месяц. Мам, пап, я на море. Да, хорошо. А где ты бабушку потерял? Бабушка в ресторане. Ведёт себя как муравей. В смысле? Ну, она пытается унести еды в 50 раз больше своего веса. Ура! Я дожила! Дожила! Коммунизм! Ну вот, Викусь, и закончился наш медовый месяц. Бабуля, чего вы орете? Да я коммунизму радуюсь! Все бесплатно! Мы ж в Советском Союзе его 70 лет строили, 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 а он в Турции построился.
Бабушка, это называется не коммунизм, а all inclusive. All inclusive? А нахрена мы в Советском Союзе коммунизм строили? Надо было сразу all inclusive строить. А вы это у товарища Сталина спросите. Он же сейчас здесь, сюда переехал. Мне б хотя бы одним глазком взглянуть бы, а? Бабулечка, ну он же шутит. Да умер ваш Сталин, умер. Запомни, Сашка, Ленин всегда молодой, а Сталин всегда живой. Вот. А турки молодцы. И в Бога верят, и коммунизм построили. Молодцы. Ты представляешь, если бы мы ее в Египет повезли? Она, во-первых, бы офигела от египетского коммунизма, а во-вторых, бы офигела от количества мавзолеев там с вождями. Слушайте, а что вы меня раньше сюда не привозили-то, а? Ой, я поняла. Наверное, здесь раньше только члены Политбюро отдыхали. А теперь и простым гражданам разрешили, да? Это ж была забота о населении. Вы представляете, в то время вас сюда... У вас бы сердце остановилось. Я, наверное, здесь и умру. Мне уже кто-то в номере белые тапочки оставил. Ну, бабушка, ну не говори глупости. Белые тапочки они кладут в каждый номер. Что это? Того это. А что у тебя в пакетах? А, ну как что? Еда из столовки. Вы это, посторожите, я еще схожу. Ты ж, бабуль. Стой, куда ты? Куда? В столовку. Через полчаса коммунизм закрывается. Да вы, зачем вам столько еды? Ну. Ага, вот оно, поколение супермаркетов. Еды много не бывает. Сейчас пойду, а то халява может закончиться. Да не закончится халява, ну что вы начинаете? И тут бесконечный коммунизм. Можно и позавтракать, и пообедать, и пополничать, и поужинать, и поздно поужинать. Тут даже ночью пожрать можно. И завтра? И завтра. И послезавтра. И послезавтра. До конца отдыха. Это ж сколько пакетов надо! Бабушка, да не... Ну что ты, ну зачем пакеты? Никуда еда от тебя не денется. Вот, нам также про рубли на сберегательной книжке говорили. Точно так же. Не волнуйтесь, граждане, никуда отдаться они не денутся. А потом кукиш! Кукиш, накуси-выкуси. Все, нету. Бабулечка, вы успокойтесь. Сходите вон, на баре себе что-то возьмите. Ага, на баре, видела я там. А все иностранное. А кто платить будет? Что, у них что, и в баре коммунизм, что ли? Ну, конечно. Ой, дед 2 года не дожил. Он же мечтал об этом. Он бы из партии вышел. Он бы ислам принял. Слушай, Лёшка, сходи на бар, принеси мне коктейль с корвалолом. А то бабушка что-то распереживалась. Ой. Бабушка, а тебе корвалол с пепси или с колой? Так, не надо никакого корвалола. Лёшенька, принеси бабушке мохито, а мне апероль шприц. Шприц? Здесь что, и медицина бесплатная, что ли? Лёшка, возьми мне 5 шприцов и запиши на МРТ. Бабулечка, бабушка. Апероль шприц – это название коктейля, понимаете? Ну, это как секс на пляже. Я поняла теперь, как они за эти коктейли рассчитываются. Ну что, я женщина свободная. Уже 2 года. Поэтому могу и рассчитаться. Так, Лёшка, ставь и давай мне помоги пакет собрать, принести. Бабушка, ну я сюда отдыхать приехал. Вот, ребенка нужно с детства приучать к труду, а то вырастет, как твой оболтус этот. Лёшенька, помоги бабушке. А ну, давай, отнесем в холодильник. Ой, Вика, а можно я в твой холодильник еду поставлю, а? А то мой забит консервацией, которую я с собой взяла. Ну кто ж знал, что я из Конотопа сразу в коммунизме окажусь. Идет, идет. Я в твой положу. Викусь, вот мы взяли бабушку, чтобы она за Лёшкой следила.
В итоге нам придется и за Лешкой следить, и за бабушкой. Хорошо, что она не знает, что тут фрукты бесплатные. А то бы она уже начала бы закрывать варенье в номере. Вика, где здесь можно банки взять? Здесь фрукты бесплатные! Ба, ну перестань! И крышки, крышки алюминиевые. Бабушка! Ой, слушай, я хотела еще спросить. Кто такие вот это на пляже эти ходят такие в одинаковых майках, все со свистками по пляжу возле бассейна? Кто это? Это аниматоры. Кто? Ну, они развлекают, помогают, но делают так, чтобы твой отдых удался. Тимуровцы. Слушай, а можно я одного дерну? Зачем? За что? В личных целях. Ну, он будет мне помидор крутить на мясорубке, а я сразу закатывать в банки. Ба. Чего мы вообще бабушку вовсе брали в Турцию? Надо было ее отправить в Буревестник. Там ей все знакомо, все понятно. Она там всех знает. Она же без этого своего, как он называется, электрофореза, жить не может. Хотите, пойдите в бассейн, окунитесь. Я не буду в бассейне. Наверняка надюрил кто-то. Да никто там не надюрил, бабушка. А я говорю, надюрил. Кто? Неважно кто. Знаю, было дело и все. Бабушка. Да тебе не стыдно, бабуль? А чего? Я хотела это, а тут же нету М и Ж. Тут и не будет М и Ж, это Турция. Тут WC, ну, VC. VC? Ну. А VC это другое? Ну, конечно, это роутер, интернет, это... Блин, а я думаю, что у нас целый день интернета нет, а? Слушай, бабулечка, может, ты ляжешь, полежишь, не? Нет, полежать еще... Успею. Здесь отдыхать надо. Ух. Напоминаем всем отдыхающим, что сегодня возле бассейна нашего отеля состоится пенная вечеринка. О, класс. Я надеюсь, бабушка этого не слышала. Ты что, думаешь, реально пойдет на пенной вечеринке тусить? Тряхнет там стариной. Главное, чтобы у нее ничего не выпало там. Слушай, я не за это переживаю. Пенная вечеринка. Она же начнет все перестирывать. Да, блин, правильно говорят. Сибирские мужики, по сравнению с твоей бабушкой, это так, детский лепет. Тут ее надолго запомнят. Это точно. А ну пошел, гадина! А ну пошел! Гад такой, а! Сашка, вызывай милицию! Я вора поймала у вас! Я не вора, я уборка на номерах, постель менять. Бабка лицом не плюнул, бабка сюда в тюбетейка плюнул. Сказала, первый раз плюнул, во второй что-то сказала, я не понял, навалить. Это страшно. Бабушка, перестань. Что? Это не вор, бабуля. А кто ведь? Это обслуживание номеров. Он пришел поменять постель на чистую. Да. А, врет он, брешет. Зачем постель менять? Мы только вчера приехали. А в Буревестнике он вообще никогда не меняли. Да? Да. Бабулечка, ну это пятизвездочный отель. Здесь меняют каждый день. Зачем? Вот такой вот беспощадный турецкий коммунизм. Все. Хвалишь его, а он у тебя, гадина, деньги украл. Из сейфа? Нет. С постели. О, доллар. Видишь? Ай-яй-яй. Ага, я увидела, сразу ему по кокам врезала. Ай, коки. Больно кокам, больно очень. Извини, братан, извини. А еще она все мильные принадлежности забрала. А что? Это ж халява, коммунизм. Так, бабушка, быстро верни обратно. Вот. Бабушка. На. Жлобина. Коки болят, коки. Ба, тебе не стыдно? Что не стыдно? Что у тебя в сумках? Как что? Полотенца подарочные. Какие? Ну,
Он же нам новые положил, а я взяла и эти старые запхнула. А что, это подарок будет? Большое я Никифоровне подарю на 80 лет, а маленькими уже будем Никифоровну обмывать. Так, бабушка, пожалуйста, не позорь меня. Возьми и верни все обратно. Угу. И похоронные. И похоронные! И халаты. И халаты, конечно, верни халаты. И сейф. Тут... Что? Шучу. И, конечно, верну все. И птицу тоже вернуть надо. Какую еще птицу? Ой. Захожу в номер к вам. А там вот такая лебедь плавает по кровати вашей. Я ее Аркадьевне на юбилей подарю. Она ее в сервант поставит. Бабулечка, это просто полотенце. Это лебедь, дятел. Бабушка, вот это вот сделал уборщик, который приходил менять постель. Понимаешь, он за $1 может все, что угодно из полотенца сделать. Угу. Да? Все, что угодно? Да. А может он мне сделать... Дулю. Вот такую. Я буду в собес входить с ней и тыкать. Эй, миньон! Доллар хочешь? Иди сюда. Кошмар какой, а. Слушай, может, мы ее на экскурсию куда-нибудь отправим? Ты что? Ну, по Мукале пускай там погуляет, я не знаю, в собор Святого Николая сходит. Да пусть лучше она в отеле сидит. Тут за хулиганство максимум будет штраф. А за порчу исторических ценностей ее могут и в тюрьму посадить. Я свою бабушку знаю. И ее любовь к иконам. А ну иди, скотина ты, а, гадина. Васильевна. Все, Васильевна. Бабушка, что случилось? Это кто вообще? Все, это фрау фон Мириль. Фрау, ты не... Немца поймала. Сашка, где здесь главный штаб этих коммунистов? Сейчас... Дадим его. Да откуда я знаю, где тут штаб коммунизмов? Всяких. Зачем вы немца связали-то, ну, ё-моё? Ну как это зачем? Они всю жизнь хотели коммунизм разрушить. Бабушка, смотрите, сейчас времена очень сильно поменялись. Сейчас турецкие коммунисты, они приглашают немцев к себе в гости. Дружат они. Ага, дружат. Как мы с 39 по 41. Ага. А потом додружились. А ну, пойдем, я тебя допытаюсь с пристрастием. Ура. Расскажешь мне, где золото рейха? Пошли! Господи! Когда у твоей бабушки электроэнергия закончится? Ну, послушай, она сейчас привыкнет и успокоится. Она хотя бы перестала показывать корочку ветерана труда, чтобы ее пропускали без очереди. С утра стоит возле банана и спрашивает, есть льготные места или нет. А зачем ей банан-то? Да она без очков была, а банан большой, желтый. Она подумала, маршрутка. Вот куда ей ехать надо было с утра? Она же сказала, что тут помидоры хорошие. Поеду утром рассады куплю. Она пальму вылезла и кричала. Никифоровна, до 96 годов дожила. Так кокосу и не пробовала. Хорошо, что не убилась. Ага. А как только приехала, все конфеты с ресепшена себе в карман засунула. Говорит, и это Клавдии Петровне сладенькая на поминке. Тебе что, жалко, что ли? Мне? Жалко. Что-то я уже волнуюсь, давненько ее не было. Ба, ты чё такая счастливая? Я замуж выхожу. За кого? За Мустафу. Это массажист местный. Ой, как он меня отмассажировал. Ой, и массаж сделал, и шпилинг. Я лет на 40, наверное, помолодела. А еще он массаж делает и приговаривает. Хорошо, Наташа, хорошо, Наташа. Евгения Михайловна, вы же не Наташа. Знаешь, Саш, после того, что он
со мной сделал, я готова быть и Наташей, и Андрушей, и кем угодно. Ваш кальян. Мустафа. Наташа. О, кожа как шарпей, о, тут как спаниель, о, Наташа. Наташа. Пока. Мустафа. Зачем я это увидел вообще? Ладно, массаж, я понимаю. Кальян-то вам зачем? Вы же не курите. А кто его курить будет? Ты посмотри, какая ваза красивая. Я ее Никифоровне на юбилей подарю. Она туда цветы будет ставить искусственнее, а? Бабулечка, вы сюда отдыхать приехали? Или своим подружкам сувениры воровать? Ну а чего бы не взять, если на халяву-то? Вот, халява, халява, халява. Вот почему у нас так все, а? Вот поэтому к нам так и относятся, потому что мы любим все на халяву. Вот, бабушка, $50 вам. Пойдите в сувенирную лавку, купите вашим подружкам подарки. И не надо ничего воровать, прятать, закапывать. Вот. Я согласна. Я надеюсь, ты в старости такой не будешь? Хорошо, что ты вот это вот все придумал. Сейчас она пойдет в сувенирную лавку, накупит там своим старушкам сувениров. Главное, чтобы не потратила на всякие глупости. Да. Потому как соблазнов тут очень и очень много. А, соблазнов, да. Саша, Вика! На парашюте не катайтесь! В него кто-то надюрил! Ё-моё, он дал 50 баксов на свою голову! Иди спасай ее, я в бар пошел! Все, не могу уже! Бабуля! Всё, до свидания! Дизель-шоу!